Thank you. И я поехала, ребят. Так, естественно, сюда приезжают кушать. Как я уже сказала, здесь очень знаменитейший ресторан морепродуктов. Вот. Вот такой фиг, ребят. Вот такой вид города Сидней. Сити. Вот Пимул Вай, на котором мы приехали. Вот, ребята, фиг. Сейчас я залезу на этот фиг. Ну, в смысле, залезу. Подойду поближе. Вот, видите, какой? Вот моя нога. Как вот объяснить его размер? Необъяснимый. Размер необъяснимый. Вот необъяснимый. Необъятный, не поддающийся объяснению. Размер этого дерева. Все, ребят. Вокруг фига. Обошли. Поехали дальше. Вот, ребят, какой-то особняк. Я не могу сказать, что это за особняк. Скорее всего, это гостиница, может быть. Вот, видите? Так, сейчас посмотрим, что это за особняк. Это ресторан. Просто ресторан. Так, сейчас мы его объедем, этот ресторан. Туда я не поехала дальше. Ну, как и всегда, здесь вот, если вы хотите... Сегодня у меня такие водные обкатушки будут. А если вы хотите дома здесь посмотреть, богатенькие, то надо писать мне. Я сюда приеду специально и покружу по улицам, по этим, ну, по жилым. А сейчас я как бы хочу покружить по... сейчас скажу почему. По туристическим этим, как сказать, по туристическим точкам. И вот я уже вышла из парка с каким-то макаром на проезжую часть. А я сейчас зайду опять в парк. Вот, вот, ребят, смотрите какой. Не думаю, что это жилой дом. Скорее всего, это... Или... Ну, а жилые дома, ребят, жилые дома. Ну, как же я... Ну, ладно, сейчас я проеду. Видите, получается, что я вам и то, и другое покажу. И жилые дома покажу. Куда я хочу съездить? Вот, смотрите, какой дом. Вот, видите, какой. Два, кстати. Квартира 5, квартира 3. Даже, может быть, и не 2, раз 5 и 3. Где-то же, наверное, еще 4. И 1, и 2. Вот, ребят, смотрите, какой. Смотрите. Кто здесь застраивался? Владельцы земли. Понимаете? Поэтому вот дома, 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 такие современные, современные, потом бабах, особняк какой-нибудь, 150-летний. Вот, вот смотрите, какие двери у бара. Ой, блин. Смотрите, какая стойка у бара, какие двери у бара, смотрите. Какая девушка у бара улыбается мне. Смотрите, ребят. What's your shop called? What's your shop called? Milk bar. Смотрите, читайте, ребят. Ольга. Who is Olga? She's no longer here. She used to own the shop, but she doesn't own the shop anymore. Она, Ольга, была владелица этого магазина.
I still need to buy milkshake because my name Olga. Is your name Olga? Then Olga, you definitely have to buy a milkshake. I need to buy it. milkshake. Yeah, just a milkshake. We have a classic flavor here. Yes. Chocolate vanilla. Which one do you like? Vanilla, please. Okay. Vanilla. Yeah. In my palm. Where is my palm actually? In garbage. Вот сейчас, ребят, буду я покупать милкшейк сейчас. Такой. Вот здесь машины. Can I record your cash machine? Смотрите, касса была раньше. Какая касса? Си? Ой, какие двери. Ой, я не могу прям. С решеточкой? Thank you very much. Oh, big. Thank you very much. How do you say thank you very much? Спасибо. Спасибо. Большое. Большое. Can you waving me for YouTube? Hey. What's your name? Georgina. Georgina. I'm Serbian. From Serbia. Serbian. Сергеяночка. Georgia. Georgina. 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 In Russian, Olga. Let's see. Thanks. Hello. Hello. Welcome. Thank you, Georgia. Hello. Thank you, everybody. Копила. Рассматривала. Вот милкшейк огромный. Рассматривала петли, смотрите, какие тройные петли. Раз, два, три, и еще туда идет вниз. Вот машинка, смотрите, какая. Написано, пожалуйста, не перемещайте эту машину. И смотрите, какой этот кофелечек. И написано Heritage Place, то есть историческое. Heritage — это историческое. То есть мы побывали с вами. Так, вот такое кафешечко, ребят. Да. Вот смотрите, все такое вот. Оно, может, и недавно покрашенное, но под старинное сделано. Вот домик старый, ребят. Робертсон парк. Вот, смотрите, сейчас я вам покажу. Вот, 25-й домик. Вот видите? Очень много здесь автобусов. Так, сейчас я вот до беседочки, до этой спущусь и опять подымусь. Нам, ребята, надо это, наверх, на ту сторону, пока это работает у меня карта. Надо нам вон туда на ступенчики подняться. Я вам просто беседочку сейчас вот покажу, вот это вокруг. И будем опять подниматься вверх. Вот видите, тут детская площадка, туалеты. И вот такая беседочка, где можно посидеть, кушать, купить, посидеть и здесь же покушать сейчас. Остановлюсь. Там вон водички можно попить. Вот. Видите, какая беседочка. Сейчас еще раз покажу. А вон, видите, люди стоят? Это на океан смотрят. Это вот такой узенький-узенький перешеечек Ватсон-бай. Между заливом и океаном. Мы сейчас туда путь держим. На третьей скорости, на бугорочек. Карабкаемся, 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 карабкаемся. И вон там, видите, дорожка идет. Там, где на самокате, где придется пешком через эти, через буераки. Ну, ступеньки. Вот дом, ребят, не очень современный, не старинный, но такой, знаете, подделанный под, ну, как сказать, ну, под морской, чтобы виды были, видите как? То есть... Ах ты! Так. Такая вот смотровая площадочка здесь. Парк что-то закрыт. А, закрыт для машин, а для пешеходов, пожалуйста. For your safety, do not climb over the fence. Для вашей безопасности. Не... Ой.
перелазьте через забор. Фух ты! Вот так, ребят. Вот так. Сюда я приезжаю иногда, особенно когда с кем-нибудь гулять идем. Это открытый океан, ребят. Тихий. Вот это вот. Там вот я вам показываю люди, да? И вы можете, ну, представить высоту этого вот материка, этой скалы. Понимаете? Вот именно вот такую вот сушу встретили моряки Кука. И зашли вот в эту гавань. И нашли эту гавань очень удобной. Прятать корабли в ней, понимаете? Вот это океан. Мы отправляемся по дорожке. И, конечно, мне, ну, ради чего? Ради такого этого